Дилшот Бекбаратов, поздравляю вас с серебряной медалью чемпионата мира. Это был неожиданный результат. Никто из экспертов не ожидал, что вы будете на подиуме. Но это здорово. Как вы себя чувствуете? Благодарю всех, в первую очередь. Я подготовился к чемпионату очень хорошо. И сегодня я смог завоевать серебряную медаль. Но в следующий раз я обязательно подготовлюсь еще лучше, чтобы выиграть. В полуфинале Джоре Варштрайнтен. Это был сумасшедший поединок. Скажите, пожалуйста, какие у вас были эмоции, когда вы поняли, что вы вышли в финал? С Джоре Варштрайнтеном я боролся в Анталии. И я там проиграл в матче за бронзу. Я сделал работу над ошибками и подготовился под него. И результат? Я выиграл. Что именно вы собираетесь сделать, чтобы в Париже быть лучшим? Я буду тренироваться без остановок и приложу больше усилий, чтобы попасть в число призеров в Париже. Большое спасибо и поздравляю еще раз.